Лорд у нас лучший хардлайнер. Дум, то есть. Disruptor, Дум. У нас нормальный мидер ВРочка. У нас лучший керри. У нас 6700 на земле. Надеюсь, он хорошо сыграет. You are in my presence. 30 seconds to battle. I'll consider it. According to the forecast, this one is in the bag. Your king moves of his own accord. Who's in charge here? The battle begins. Every coin helps. Never known war and then war with a rain. Be about it. First blood. Nice. Blood. I've still got it. Because you take bounty. That's why. Bow before me. Tis I. Your life is spent. Keep your thoughts to yourself. Wise counsel. Трое, блядь. As you advise. Yes. My next coronation. I walk among you. Хуяси рофлите, парни. Три дебила. Верно, топ. Хорошо. Кстати, почему меня не пытались убить и не могли попробовать? Может, ауру качну? Пожалуй, качну ауру. Все тут сложно. Мне придется дохуя танга тратить. Что лучше ауру начинать качать сразу. Among you. Behold the ring. Wise counsel. A prince no longer. By my decree. Так, Блайн пушится, но не страшно. Они все вдвоем стоят. Да ладно. Топ is up to something. Вот урод, блядь. Как-то на меня вышка начала бить, это что, шутка? Что? Что? На меня бьет? Что? Вы это видели? А как это работает? Я сейчас умру. А где помощь? Меня ВР-ка нафидела. А что за хуйня с вышкой, блядь? 10 вышек из 10. Ну, Сларка убили этого. Великолепно. Блять, ну как это добить? Походу никак. Найс, блять, зафармили все. By any measure. Great. Your king is here. Can you help me, please? Блять, ты дуб. Он должен был крипа донаять, он передумал. Уедь, урод.
Харась. Можно изи умереть против них, кстати. У них фул мана есть. Фул хп. Надо срочно ПТ-шку дофармить. Я был боевой более-менее. О, бля, анимация крита. Спасибо вовремя. Найс. Сосларка убивают, вообще найс. ВРК опять убивают или что? Who's in charge here? Death is my bitch. War is torn. Накосить Феникса можно, у него транквила, я не знаю. Нет смысла ему тратить. В смысле, нет, тратить ману. Ну типа я фрифармлю, Сларк умирает, пока вроде все нормально. Первые впечатления от игры. Never. Behold the race. We are in agreement. Опять Сларк умер. Байбек от Сларка. 10 байбеков из 10, парни. What are you afraid of? 10 байбеков из 10. Значит, продать. Или танго, или манго. Хочу брассерок. Не знаю, что продам, я еще не решил. Наверное, манго продавать. О! О! Сервера крашивают, челик на Сларке проигрывает, крашит сервер. Опять, смотрите, я побеждаю и крашит серверок. Опа! Poor network conditions. Крашнули сервер. В очередной раз. Спасибо. Десять из десяти. Просто крашат серваки. Как бы вся суть. Знаете, сколько мне раз крашили серваки, когда я выигрывал? Сказать вам? Миллион раз. Когда я проигрывал, вот реально проигрывал, чтобы 100% проиграть, я даже не знаю. Ни одного раза. Вчера вот крашнули, когда я проигрывал, но там было далеко не 100% луз. Так что это такое. Ну, блять, мертвая игра. Dead game. Просто челики крашат серваки, потому что проигрывают игру. Еще, и что поделать? И что поделать? Dead game. Типа, ПТС набирать абсолютно невозможно. Тебе или крашнут сервак, или союзники ЛС и долбоёбы, Акбайеры, или кто-то зарунит специально, то есть, ну... ПТС апнуть невозможно, по факту. Это все рандом, только если там супер повезет. Если за тебя Акбайеров не будет, если тебя рунить не будут игры, если серваки крашить не будут, то есть... Выиграть в доту — это вообще не проблема. Но, вот, получить ПТС — это практически невозможно. Сори. 10 север крашеров из 10. ПТС ничего вообще уже не значит, блять. Их невозможно набрать, то есть абсолютно рандом. Абсолютно рандом. К примеру, я последние дни отыгрываю просто, я не знаю, настолько идеально, где мои последние игры. Пятнадцать, два, 14, вот игра была. И это игра, которую я хотел найти. Шесть ноль семь вот игра, а я проиграл. Ну, я не я проиграл, команда проиграла даунов. Я выиграл. ПТС потерял. Пятнадцать четыре, 16, 0 ошибок. Тоже луз. Типа потеря ПТС. Когда выигрываешь, сервер крашит. Ну, это все хуйня, гайс. Это все хуйня.
Мотивации в доту как таковой быть не может уже. Просто не может, ну. Рунят игры, крашат сервера. То есть потеть смысла немного. Игра мертвая. Просто мертвая. Это не мое мнение, это факт. Это факт, как данность. Типа, если прочекать мои стримы за последние полгода, там можно посмотреть, что там почти все время какой-то геймруин, какие-то, блядь, еще какая-то хуйня. Вчера серва крашили, сегодня снова крашат. Хуй знает, короче, как играть. Инфа засекречена. Сейчас я проиграю примерно с вероятностью... Нет, в игру я играть не буду. Мне в пизду, я эту игру не буду. Это хуйня. У меня команда дауна. Тут не выиграть. Короче, все в пизду доту. Я пошел играть Counter-Strike. Мотивации играть в доту нет. Еще и закинул команду уродов. Там плюс на 100% будет. Все, можете расходиться, дота не будет. Поиграли.